Всем добрый вечер. Ой, Зубок, а что это ты делаешь? Ем сосиску. Стоя на голове? Ну, как видишь. И что так вкуснее? Не в этом дело. Я провожу этот эксперимент. А какой? Пытаюсь выяснить, можно ли есть вниз головой. Ой, а зачем? Ой, голова закружилась прямо. Есть можно, но трудно. Понимаешь, Коксик, я недавно узнал, что на нашей планете есть те, кто всю жизнь проводит вниз головой. Представляешь? А где это? Ты откуда это узнал? Из одной умной книжки. Пойдем, сейчас покажу. Пойдем. Смотри, Коксик. Это наша планета Земля. Вот видишь, она круглая, так? Ну да, мы это по географии проходили. Ну да. Шишкин лес находится здесь. Ну, вот наверху планеты. А почему ты так решил? Ну, потому что мы ходим как положено. Это... вверх головой, правильно? Ну, правильно. Вот. А те, кто живет на противоположной стороне Земли, вот, они называются антиподы. Ходят это вниз головой. Ух ты! Никогда об этом не задумывался. Ой, ой! Наверное, тяжело постоянно жить вниз головой-то, а? Ну, очень тяжело. Я одну сосиску еле съел, стоя на голове. Они так всю жизнь и едят, и пьют. Постой, Зубок, но они же не могут жить вниз головой. Они же упадут в космос. Да, а почему? Ну, сейчас увидишь. Так, проведем эксперимент. Ну вот, представь, что это ты и я. Значит, мы с тобой решили навестить антиподов. Выходим из леса, спускаемся вниз по планете, доходим до середины и... Ну вот, все. Падаем. А это значит, что на противоположной стороне Земли жизни нет. Потому что она вся оттуда попадала. Это значит, что никаких антиподов не существует. И зря ты стоял на голове. Как это не существует? Ну, я же это не придумал. Так в книжке сказано. Ну, значит, это была фантастика. Не фантастика, Кукс. Нет, фантастика. Я тебе говорю, не фантастика. Нет, фантастика. Да не фантастика. Нет, фантастика. Да я тебе говорю, что... А чё спорите? Вот Коксик говорит, что антиподов... Ну, Шунечка, понимаешь, которые живут вниз головой? Нет. А я говорю, что есть. Коксик, не спорь, Зубок прав. Антиподы есть, я это точно знаю. Не, и они, значит, живут вниз головой. Да. Тогда ответь на простой вопрос. Почему они оттуда не падают? Да потому что у них цепкие лапки. О! У кого лапки? У моих дальних родственников, летучих мышей. Они большую часть жизни проводят вниз головой. Так, Шуня, мы говорили не о мышах, а о тех антиподах, которые, по мнению нашего ученого Зубка, живут на противоположной стороне Земли. Вот вакуум! Так вот, отставим в сторону здравый смысл и предположим, что они там есть. Почему они не падают с нашей планеты? Ну, вниз, в космос, а? Да какой же ты, Коксик, смешной! Ну как они будут падать в космос, если на них действует сила притяжения? Сила притяжения? Как ну, конечно. Вот подпрыгни. Пожалуйста. Вот видишь, ты не улетел в космос, а приземлился, потому что на тебя действует сила притяжения. Да, а вон на тех, вон на антиподов тоже действует. На всех. А почему нас Земля притягивает? Мы же не магниты. Ну, потому что... Знаете что? Я знаю, почему Земля нас притягивает. Потому что мы здесь, в Шишкином лесу, тянемся, это... друг другу, потому что мы любим друг друга. Значит, и Земля притягивает, потому что любит нас. Во! Правда.
И я тоже очень люблю нашу землю. Она о нас так заботится. И мы тоже должны о ней заботиться. Да, как-то. Мы должны за ней ухаживать. Не загрязнять, а украшать. А я предлагаю Вешешкин лес засадить цветами, чтобы земля нас еще крепче притягивала, а? О, поддерживаю. Скорее бы весна приходила. Да, а пока она не пришла, я предлагаю с ребятами попрощаться. Точно. До свидания, мальчики и девочки. До встречи. До свидания, ребята. Время чудес пролетело. Спит Шишкин лес до утра. И всем детишкам в постели тоже ложись. Детишкам в постели тоже ложиться пора. Будем гостить каждый вечер в этих чудесных краях. Скажем друг другу до встречи, доброй вам ночи. Скажем друг.